Новый мир раскрывается. Новый мир раскрывается. Новые томы, новые гимны. Новый мир раскрывается. Новые думы, новые гимны, новые кличи родились. Новый мир раскрывается. Новые думы, новые гимны, новые кличи родились. Новый мир раскрывается. Новые думы, новые гимны, новые кличи родились. Новый мир раскрывается, новые думы, новые гимны, новые кличи родились. Они еще только вырвались, но они уже растут, отдаются долгим эхом, эхом, эхом коллективной душе пролетариата. Какой стариной, давно пережитым, давным-давно забытым веет от завода. Душные клетки завода, душные клетки завода, душные клетки. Завода, душные клетки. Новый мир раскрывается. Новые думы, новые гимны, новые кличи родились. Давным-давно забытым веет от завода душной клетки. Завод наш, он с нами, и мы вместе с ним победим старый мир и создадим новый мир машин, балок, кранов, колес и багранов. 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 Новый мир раскрывается, новые думы, новые гимны, новые кличи родились. Машин, балок, кранов, колес и багранов. 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 Мы будем слагать им гимны, торжественные, хвалебные, как древние, своим героям, победителям. Я хочу истину для производительности труда. Я хочу истину для производительности труда. Сермяжная истина труда. Противодействие пенсионной реформе граждане аргументируют высокой вероятностью смерти на работе. Я хочу истину для производительности труда. Сермяжная истина труда. Истина в человека-часах. Непрекаянные человека-часы. Производительность труда. Вторая нефть. Люди. Наша вторая нефть. Население. Вторая нефть. Зерно. Это наша вторая нефть. Лесное хозяйство страны. Это вторая нефть для нашей экономики. Я хочу истину для производительности труда.
сермяжная истина труда. Истина в человека-часах. Неприкаянные человека-часы. Производительность труда, вторая нефть. Люди, наша вторая нефть. Население, вторая нефть. Зерно, это наша вторая нефть. Лесное хозяйство страны, это вторая нефть для нашей экономики. Вторая нефть, вторая нефть. Вторая нефть, вторая нефть. Пролетариат живет для энтузиазма труда. На мирном тронте труда добиться таких же чудес, каких добилась Красная Армия на кровавом фронте в борьбе с империалистами и их приспешниками. Победа на фронте труда. Самопожертвование в будничной, в грязной обстановке во сто раз ценнее, чем пожертвование жизни. Идол индивидуализма в целом возвышает смысл труда. Из просто хорошей вещи он стал путем к спасению. Зачем работать? Труд как средство достижения истины, философия социалистической идеи. Лично на меня всегда производило странное впечатление, когда я слыхал или вижу написанное, неодобрительное к факту действия Ленина, какого-либо из членов государства или семьи, где-нибудь пороков. Так заклеймили или заклеймило все человечество, все народы факт особого действия человека. Всегда мне казалось, что эти обвинения Ленина было несправедливо. Почему так восхваляется труд и возводится на трон величия, славы и похвалы? Ленин же пригвождена к столбу позора. Все лентяи опозорены и носят клеймо порока. Матери Лени. Каждый же трудящийся восхвален в славе и торжестве, и наградах. Мне всегда казалось, что все должно быть наоборот. Труд должен быть проклятым. Как и легенде о рае говорят, а Ленин должна быть тем, к чему человек должен стремиться. Но в жизни получилось обратное. Это обратное я хотел бы выяснить. И так как всякое выяснение идет через признаки или существующее состояние, всякое изложение или вывод этих признаков происходит, то я в данном изложении хочу также через признаки их отношения выяснить смысл, скрывающий в слове «день». Я подслушал, я знаю, у конторы с мастером шептался инженер, будто я негодная машина, что я нынче вам не по нутру, будто ты электрохворостиной засечешь меня до смерти поутру. Я молчал и, думая, не слушал, ветер тоже приумолк от дум, а машина жалобно и глупо задыхалась в огненном бреду. Но глаза не просочились жалость, что копились с самого утра. Только сердце чуяло и знало боль твою, железная сестра.